Иван Айвазовский создал целый ряд картин, библейские, а также исторические сюжеты. Картину «Всемирный потоп» он написал в 1864 году. Художник обратился к этому сюжету еще в 1862 году. Он пишет два варианта картины «Всемирный потоп» и затем в течение жизни неоднократно возвращается к этому библейскому сюжету. Таким образом, родилось два полотна в разном исполнении – акварель на бумаге и масло на холсте. Один из лучших вариантов картины «Всемирный потоп», написанный в 1864 году. Именно море обычно предстает у него универсальной основой природы и истории, в особенности в сюжетах с сотворением мира и потопом. Впрочем, образы религиозной библейской или евангельской иконографии, равно как и античной мифологии, нельзя причислить самым большим его удачам. Даже в библейском сюжете Айвазовский – это в первую очередь море. Религиозную тему иллюстрировало множество живописцев, в том числе «Всемирный потоп». Но вряд ли кто-то, кроме Ивана Константиновича, мог так мастерски, зрелищно и глубоко изобразить масштаб бедствия, великую бурю, захватившую землю и небеса, громадины волн, захлестывающие скальные выступы, последнюю надежду гибнущего существа, весь ужас людей и животных. Тем не менее, полотно по обычаю автора – скорее рассказ о мощи неистовой стихии, нежели сюжет Священного Писания. В центре внимания – яростная, даже жестокая красота неукротимого моря, непреклонная его победа над всем сущим. Это самые сущие персонажи, крайне интересны у Айвазовского. Они – собирательный образ всего человечества, царь и жрец, пытающиеся перед ликом смерти спасти драгоценные сосуды золота. Старик, по всей видимости, со своим семейством, группа коленопреклоненных людей. Палитра полотна предвещает трагический конец, отчаяние борьбы человека против стихии. Но даже здесь море художника предстает как основа, как единственное спасение, возможность искупить грехи человечества, получить его помилование. Даже эти черные волны – предвестник начала чего-то лучшего. Айвазовский показывает проблеск надежды в золотисто-желтых красках в левой части картины. Кажется, словно грозовые тучи расступаются, и божественный свет забирает в лучший мир их кающиеся души. Сочетание светлого и темного, жизни и смерти в палитре сюжета заставляет нас сегодня переживать такую бурю смешанных чувств, глядя на это творение. Всемирный потоп Айвазовского в 1864 году выставлялся при Академии художеств и на ура встречен российской интеллигенции. Уже на следующий год он был куплен Александром II и помещен в Эрмитаж. К числу картин с историческим сюжетом относится картина «Крещение армянского народа», в свое время украшавшая одну из феодосийских армянских церквей и пробуждающая в прихожанах патриотические чувства. Сюжетом для картины «Крещение армянского народа» послужил переломный момент в истории армянской культуры.